В высших учебных заведениях по всей стране состоялись торжественные митинги, посвященные 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Тверском государственном университете этой традиции следует уже много лет, и этот год не стал исключением. Об этом рассказывает наш корреспондент. В Тверском государственном университете отметили 79-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне у стелы памяти погибших в годы войны преподавателям, сотрудникам и студентам этого вуза. Почетный караул внес Знамя Победы. И под гимн Российской Федерации началось торжественное мероприятие, посвященное главному всенародному празднику – Дню Победы. Самых почетных гостей, ветеранов, тружеников тыла и детей войны поприветствовал временно исполняющий обязанности ректора Тверского госуниверситета Сергей Смирнов. Сегодня канун Великой Победы. Это возможность отдать дань памяти погибшим героям, высказать уважение героям живущим, детям войны, ветеранам войны и труда, в том числе, которые работают в нашем Тверском государственном университете. И напомнить нашему молодому поколению, нашим студентам о важности сохранения тех победных традиций, которые, собственно говоря, и составляют один из стержней нашей памяти, а значит, нашего общества и нашей великой страны. Память павших в Великой Отечественной войне почтили минуты молчания. У каждого участника митинга в этот момент замирает сердце. Каждый вспоминает своих родственников, близких, дорогих людей, тех, кто принес долгожданную победу нашей стране. Для меня это много значит. Я дочь танкиста, который прошел две войны, Великую Отечественную и Японскую. Поэтому для меня эта дата всегда очень такая значимая и без слез не обходится. Исторические свидетельства того времени показывают удивительную сплоченность наших предков. И сегодня российские солдаты выполняют свой миротворческий долг в зоне специальной военной операции. Сражаются за Россию и за мирную жизнь. Русский человек всегда побеждает во всех войнах, потому что русский человек имеет огромную выдержку, огромную силу воли, чувство справедливости. И поэтому мы сейчас продолжаем защищать наши интересы, наш народ за уже... в современности, а не только в период Великой Отечественной войны. К сожалению, живых носителей исторической памяти становится все меньше. Поэтому очень важно сохранить имена героев Великой Отечественной войны и передать их наследие молодому поколению, подчеркнули участники митинга, в завершении которого возложили цветы к стеле памяти погибших в годы войны преподавателям, сотрудникам и студентам Тверского госуниверситета.